Да, ребята, там вот стоят наши как бы защитники, нас, которые мы надеемся с народом. Ребята, это прямая трансляция, это спильнобачение. Можете передать привет родным, они вас увидят. Вот, будем надеяться, что вы сегодня с нами, как мы с вами. Так, ребята, они... ребята ничего не хотят говорить. В мультфильме. Ребята, давайте жить дружно. Да. Ну, будем надеяться. Все, хорошей вам ночи. Так, сейчас мы идем дальше на шелковичную богомольцу. Ну, в общем, я думаю, что если вот таким образом воздействовать, то, ну, так или иначе, ну, невозможно, знаете, ну, не поднимется рука лупить девчонку, которая только что с тобой рядом, как бы, танцевала. Ну, вот, ну, я не знаю уже, до какой степени нужно быть кретином, чтобы вот это делать. Поэтому, ну, есть возможность, как бы, нормально, как бы, пробить их. Они люди, они тоже, как бы, нормальные мужики, у них тоже дома жены и дети. Руслана замечательно сказала, как бы вчера, когда, позавчера, когда в военном передавала привет и говорила, что ребята, нам не нужны ваши штыки, нам нужна ваша любовь. Ну вот мы как бы хотим все-таки пробиться к ним сквозь эти шлемы идиотские. У них есть что-то внутри, может оно зашкребется. О, а там елочку зажгли. О, да. Сейчас пойдем к елочке. Свято наступай. Но. Надеемся, кстати, что Новый год реально принесет нам какую-то победу все-таки, хоть что-то вот реально такое. О, следующий тоже раскрашенный. Смотри, какой клёс. Да, вот тут еще одни автобусы. Да, написано, что это мусоровоз здесь. Мусоровозы бы приезжали. Ну, гасло Майдану банду. Тут они призывают. Ну, ребята, здесь мы идем дальше. Пускай я. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Это... Вот этот вот провокатор, который мне рассказывает. Да, у меня я рассказываю. Это провокатор, который рассказывает сегодня. Нет, пожалуйста, не уводите его. Они его прячут. Да? Ну, я вам рассказываю. Это тетушка. Я за Евросоюз. Закройте груди, бо ми хвилюємося, ви заболієте. Я уже сьогодні... Руслан, попробуй включити вспышку, тому що здесь темно. Я не змогла виїхати з дому. Я не могу пользоваться машиной. Так, давайте мы вот с ребятами попробуем пообщаться. Вот эту вот тетушку верните. Ребята, вам не холодно здесь? Вы хоть говорить с нами можете? Можете руками вам помахать? У нас прямая трансляция, вас сейчас видят. Вот, потому что мы считаем, что милиция так и с народом. Мы вон там читали замечательное объявление. Решили, что мы сейчас музыку подвезем, и так, чтобы не холодно было, чтобы был какой-то драйв, чтобы было хоть какого-то кайфа. Будем надеяться, что сегодня все пройдет нормально, потому что мы хорошие. Мы не детушки, мы никому зла не желаем на самом деле. И мы пойдем дальше, попробуем посмотреть, что там. Хорошей ночи вам, спокойно. Удачи, ребят. Ребята молчаливые. Они молчат, но как бы держатся достаточно спокойно и дружелюбно. Ну, наверное, что они как бы улыбаются. Да, на самом деле сквозь эти маски были видны улыбки. Да, и как бы... Им тоже холодно. Не думаю, что будут лупить. Холодно точно, танцуют тут просто джекуют. Реально. Слушайте, кстати, если можно было подтащить сюда музыку, между прочим, народу.
то реально как бы танцевали бы по кругу все, серьезно. Это вот они перегородили сейчас, это мы почему идем? Мы по институтке идем, по-моему. Или уже нет. Подход к Люцу, да? Да, это институтская 19. Они стоят здесь спокойно, без автобусов, сами. Правда, здоровые ребята, но явно как не просто как бы срочники стоят. Явно как бы подготовлены. Дальше тоже какая-то тусовка впереди. Ага. Сейчас мы пойдем тоже посмотрим. Мы уже пошли, но раз уже мы тут, давайте зайдем все-таки туда, глянем, что там происходит. На Шелковичной? Или куда мы сейчас направляемся? Ну, нам сейчас, по идее, туда направо, на Шелковичную. Ну, подождите, давайте сходим туда, глянем, что там происходит все-таки. Это второй кордон, как я понимаю. То есть пока мы пересечение видели только первый раз вот это здесь, на Институтской 19. До этого как бы никого не было, только были перекрыты боковые выходы, перекрыты автобусами, и как бы за ними стояли головастики. Сейчас посмотрим, что здесь будет. На самом деле, вот символика Украины, наш прапор, ну, на самом деле, вот как по мне, никогда не видел так красиво вот, и душевно, я, как на Майдане. Я не чув гасло, як на Майдані за весь цей період «Слава Україні». Просто йдеш на любому переході в метро, кожен є такий, що кричить «Слава Україні». Да, саме інтересне, що це не політики, да, со сцени, а... знаходиться людина, ну, багато людей, які просто відгукуються на це. Давайте виберемо «Слава Україні!» Героям слава! Просто да, люди уже дали горло, просто простудило. На самом деле люди кричали, возможно, это не так было слышно. Ладно, в метро как кричали офигенно, на эскалаторе кто-то крикнет «Слава Украине!» И все метро подхватывает. Это же офигенно, какое ощущение. А в торговых центрах, как это звучало, когда на эскалаторах люди едут, и весь амфитеатр орет «Героям слава!» Это, конечно, трындец. И вообще Украина в Европу, и все остальное. И так классно, какое-то такое ощущение клевое. Так, ну-ка, там головастиков много, между прочим. Ну-ка, пошли в сюда. Да. Вот тоже девушка с парнями возле наших доблестных ребят. Ага. Ну, девчата вышли, потому что не будет с байку там торговая расти. Девочки, кстати, у нас очень смелые, я бы даже сказал. Очень много кто полез бы в бой, которых просто не пустят. Так, это Беркут, ребята. Поздоровайтесь. Опа, это серьезно. Это все не просто так. Да. Я попробую подойти поговорить. Мы сейчас туда глянем, что там происходит, да. А потом подойдем сюда. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Вы будете отвечать. Так, здесь у нас символика Батьківщини. Ага. Так, сейчас мы пролезем немножко. Чуть-чуть туснишь. За Україну серце полегну, як проведей горітове безсмерти. Покріше люд із місць і сіл навіть. За волю бій, за торжество життя, безсмерті і перемоги буде вжати сніг. Чоловіку мікрофона показати. Дякую за увагу. Здесь у нас священники стоят. Друзья, у нас пилищные святые отцы, и не хочу слово сказать. Я думаю, что варто было бы. Можно я вас буквально хвилиночку? А ты через верх бери. Вверх мальчишки, можете привет передать, друзья, это прямая трансляция. Майте на увазе, вот там вот на кутку, в будинку жовтого. Ну что там все-таки реально не разговорчивые. Які скоро будуть намагатися знову попасти в середину периметра для того, щоб зруйнувати останні намети. Звичайно, ми як народні депутати будемо протидіяти. Наші люди там їх уже вичислили, ми їх попередили. Щойно намагалися не тільки Батьківщина, але й удар. Тому майте на увазі, що отут саме небезпечна атака буде від тих людей, які подогнали там самосвал. Люди без форми, без нічого. Їхнє завдання знести це на метове містечко, наше завдання не допустити цього. Їх менше, вони Девушки, вже що здесь происходит? Можете розказати для спільно ТВ? Прямая трансляція. Того, що здесь зараз, ну, происходит? Можете розказати? Тут
Варто, якщо ви розійдетесь, вони тобі йдуть на суд. Тому я прошу вас не розходити, стояти на місці і частину людей, щоб ви залежні. Ви можете не дати їм можливість. Ви спеціально до Беркута підійшли, щоб тут якось розрізнити обстановку? Щоб... А ви їм допомагайте до хлопців. А хлопці у нас тут добре стоять. Ми бачимо, що гарні хлопці. Ми питали, що їм подобається, як нас подобається, що їм подобається. Вони не налаштовані. Тобто вони з вами розмовляють навіть? Вони розмовляли. Розмовляли? Ми намагаємося погано говорити, щоб не було провокацій. Але ми питали, що їм подобається, те, що відбувається, казали, що так. Ну, я надіюсь, що дійсно провокацій ніяких не буде, тому що ми мирно настроєні, ми не збираємося робити абсолютно ніяких провокацій. Якщо ми говоримо з хлопцями, то це... Ну, то есть никакой злости в нас нет. Мы лишь хотим разъяснить ситуацию, и мы очень хотим, чтобы милиция была с народом. И мы все очень надеемся, что милиция реально будет с народом. Так, вот возле ребят сейчас бочка стоит. Да. Эй, мальчишка, яблочко. Возьмите яблочко. Да, вам нельзя. Ну, я перепрошу. Ну не можуть, їм нельзя мені розрішати. Ребят, как у вас дела? Спільно бачення ТВ, прямой эфир. Передайте привет, скажите какие-то свои мысли по поводу данного действия, что сейчас происходит. Это Спільно ТВ, это интернет, прямая трансляция. Да. Вас сейчас видят в эфире, так что можете передать привет своим, чтобы они убедились, что живы, здоровы и ситуация нормальная. Привітаємо все на вірняк. Що там, привіт передавали, ніхто не побачив передати. Хорошо, ну будемо надіятися, що все буде хорошо. Форми покрити, бо вони зробили щодо, що асфальт від льоду почистить. Подивіться, будь ласка. Да ну... Да. Ну тут на самом деле теплее, может, я не знаю, бочки поближе подвинуть, им теплее будет, реально. А тут сами не можем держаться. Ладно. Знаешь, так рядом, так может как-то и перемене. Я вот слышал, что сейчас ты ведь сюда. Ну я думаю, что они станут. А самый, на самый низ. Так, ну что, мы отправляемся дальше или ну, сейчас давай здесь попробуем, пустые? Пойдем дальше, да. Я думаю, что идем дальше. Так, сейчас нам нужно подождать, наверное, когда машина проедет. Или что здесь светит фарами так ярко. Просто что хочется сказать, что достаточно спокойная обстановка, несмотря ни на что. Как бы ребятам стоять холодно, очевидно. Вот, но как бы и народ снаружи как бы держится по периметру спокойно. Говорят, ну что мы тут стоим, наших военных охраняем, а что делать? Вот. А музыки у них немає. Ну музыки очень хочется, но не хватает явно. Не хочется никаких этих политических слоганов, хочется реально музыки и экшена. Так что если есть возможность как бы подтянуться с музыкой, было бы клево. Нет, ну правда, вот это все эти лозунги, так, которые... Так, мы сейчас и разворачиваемся, идем в обратку, потому что мы с той стороны выйдем на шелковичку. Ага. Суть в том, что действительно мы не можем вечно слушать то, что со сцены говорится одно и то же. Они все, в принципе, мусолят одно и то же, разными словами. Иногда даже просто повторяют друг друга. А вот... Музыка – это реально то, что вот... Даже как Ліна Костенко говорила, поэзия – это завжди на повторність, якийсь безсмертный доток до души. Вау. Ну, то есть... Всего это вот... Ладно, день простоять, но когда ты стоишь уже по 13 дней на улице и слушаешь весь этот перепал словами со сцены, все эти лидеры, непонятно чего, непонятно, что они лидируют, так сказать, кого... Мы здесь народ, мы здесь как бы лидируем сами. Вот интересно, вот смотрите, дядьки куда-то очень активно пошли. Сейчас мы попробуем пойти за ними. Я так думаю, что там уже этот самый троянский конь привез железного, а они к нему. Ну, мы как бы за ними попробуем сходить, куда же они идут, бойцы наши невидимого тыла.
такие, между прочим, серьезные дядьки, как бы, какие-то головняки явно. Надеюсь, ничего страшного здесь не будет. Они просто идут попить чай. Очень, очень хотелось бы, чтобы просто попить чай. Да. Мальчишек реально, ну, смотришь на них прям, ну, как бы, ну, реально, щечки розовенькие, лет по 20, холодно, замерзли, как цуцики. Стоят, трымаются. Те, которые повзрослее, они такие, конечно, серьезные. Суровые. Суровые такие, ну, как бы, на яблочко дать не колятся. Вот, а те хотя бы улыбаются, взять не могут, ну, хоть как-то улыбаются, уже хорошо. Давай. Я так допомагаю. Зараз попробуємо наздогнати наших друзів, але... Але нам треба йти ще. Милиция, это не Беркут. Это милиция, это не Беркут. Беркут был там. Там стояли колонны Беркута. Несколько. Вот. Ага. Видите, они делают кордон. Третий кордон. Так, ну вот смотрите, что замечательного происходит. Значит, они перекрывают в нескольких местах, где Посмотрите, центр Києва функционує, рух відновлено и так дальше. Ага. Да, ситуацию, которая кажется. А, машины не пускают. Видите, разворачиваются машины, как бы не дают проехать. Здесь не шлемоносцы стоят, тут стоят просто милицейские, как бы обычные. Дальше. Пойдем дальше. Я думаю, они нас пропустят прессу дальше. Це вони прийшли і погода зразу холодніша зробилася. Сзади, кстати, гімн зараз поют Україна. Ага. Ребят, можна пройти? Давайте під стінку, під стінку. Дякую. Спасибо большое, ребят. Такое, но явно городские, как бы, ребята. Так, ну что, мы попробуем все-таки пройти добра. Thank you.
загрузку. Алло, Енося, скажи, пожалуйста. Алло. Так, сейчас попробуем еще. Нет, там все-таки Беркут стоит, видите? Ай-яй-яй, там щиты. И шоломи видно. Їх здалеку вони просто блискучі такі. Алло. Алло. Можливо, там Янукович ховається. Ну, не знаю, зараз побачимо. Я думаю, де там Янукович ховався. Алло. Він спеціально так, щоб було якби не непомітно. Ну, да, це дуже непомітно, що вони там стоять в проході. Можливо, це якийсь провулок, перехід. Ну так, це провулок, не зробимо. Подожди, пожалуйста, я попробую варити сюди, щоб пошарити сейчас за собі. Так, там багато їх немає, але... Досить впевнено вони стоять. Зараз посмотрим, який адрес. Якщо звука не, значить підведемо к адресу. А, ні, адрес. Шовкович. Так, бажано, щоб був звук. Так, ми підходимо ближче до наших друзів в шоломах. Сподіваємося, що звук якби є. Людей небагато. Звуку немає? Нема, буде зараз звук підключити. А коли... О, яке прикольне здання, смотрите. Я вам туди не бачу. Это какая-то неугодная. Защитники, да. Я работаю над звуком, буду печатать. Совсем понятно. А, появился звук, ребята, все нормально. Так, ну... Всем понятно, что там трабл. Поехали. Ребята, что они там охраняют? Какой трабл? Можете рассказать? Там много тетушек, можете их поснимать. Где? На этом, через дорогу. Вы там осторожно, там тройной кордон милиции поставили. Они вниз уже? Вот да. Смотри, они перекрывают шелко, эту самую институтскую просто по порталам. Как ты еще на улице? Уже, четыре кордона. Да. Вот сейчас три. То есть мы в оцеплении полном сейчас, ну, да? По большому счету, да. Они пытаются заблокировать выходы людей со всех сторон. То есть на... С краю стоят... Выходы или входы? И входы, и выходы. И входы, и выходы. Смотрите, с краю по институтской стоят головастики со щитами. Дальше два внутренних кордона милицейских. А как их проходить можно? Слушай, нас они пока пускают. То есть спокойно, без истерики. Ну и то по подстеночкой вот так вот. Не, але нас пустили достаточно культурно, мы прошли. То есть как с остальными, не знаю, но просто чтобы вы были в курсе. Там реально будет провокация четкая. Там... Ну, давайте дам тетушку прямому эфире. Они, наверное, сзади ломанутся на ту баррикаду, на что-то еще. Там говорят, что подъехала машина с той стороны, и явно готовится приблизительно та же самая история. Разбежались, запустили, провокация, картинка, пошли все остальные славяне. Сейчас попробуем глянуть там. Ну они, короче, осторожны. Ну да, вы тоже осторожно, они вот тут на углу и дальше. Ага, ну пойдем. Ну патрулить им, ну их можно, пока у них указаний нет. Можно. Они будут молчать, хорошо. Ну что, пойдем троллить тетушек. Будем надеяться, останемся живы. Мальчишки говорят, пока приказа нет, они ведут себя достаточно спокойно и на троллинг не реагируют. Слушайте, какие-то сильно дисциплинированные тетушки. Здесь мы сейчас идем по Шелковичной, собственно, правильно? Так. Значит, на Шелковичной 22 головастиками перекрыты проезды во двор, причем в два ряда стоят. Вот. Здесь тетушки. Сейчас посмотрим, как выглядят. Попробуем пообщаться. Thank you.
Ага. Стоять якісь молоді люди, але невідомо. Ні-ні. Бывает, а есть те, которые... Точнее, не ради кожи, но чисто футбольный хулиган. Вот. И не участвовал в этих больше, чем реально не сочетался. Ну, в принципе, пока все спокойно. А багато от людей звертається за медичною допомогою зараз, сьогодні? Так, багато. В принципі, найбільш частина людей звертається. Або вітамін С, або головний біль, або горло. Так нічого серйозного. Так, зараз поки що нічого серйозного. Слава Богу. Просто перевтома, можливо, багато. Так, навіть міліція звертається. О, слухайте, як класно. Народ з міліцією, значить міліція також з народом буде. Ми надаємо допомогу. Якщо щось немає, ага. То взагалі у нас ящик є, ага. Але тут найбільша частина – це прив'язочний матеріал. Матеріал, ну, понятно, да. Тому що якщо щось, звісно, нас так, не перев'язуєш. Так, так. Таке, що, що питає, тут немає. Ну, повернуся, одразу доповім, скажу, може щось і приносить. А взагалі ліків приносить, ну, постійно приносить. Uh-huh. Я навіть був у нас там на базі, десь хвилин 10, я вже людини 4 зайшов, принесли повні пакети. Ну, вот это на самом деле спасибо большое для тех, кто приносит реально как бы какие-то вещи, которые необходимы. Потому что реально вот деньги это одно, но бегать, покупать, заморачиваться с логистикой, рук не хватает, людей не хватает. И, кстати, пока, вероятно, звук есть, скажем, что да. Мы идем по правительскому кварталу, и, возможно, нам звук перерывают просто, поэтому звук пропадает. Угу.
В общем, ребят, если звук пропадает, то извиняйте, потому что мы сейчас в особом квартале Киева, правительственном. Опа, какие машинки, Киева. Ну-ка, пойдем посмотрим на машинку. Опачки какие. Вот и ребята. Смотрите, это прямое телевидение. Можете передать привет вашим, чтобы все были уверены, что с вами все в порядке, все спокойно. Что напрягов никаких нет, трак нет. Не, ну ладно, что ж так-то, мы же с открытыми лицами, вы тоже можете. Тем более ваши родные будут уверены, что пока все в порядке. Мы надеемся. Я не буду знать, что вы здесь. Это у вас охрана такая, да? Это мы журналисты все. Видите, ребята, мы вообще никакие, в смысле охраны и ничего. Вы же видите. Мы очень надеемся на то, что все все-таки пройдет спокойно. Очень-очень-очень бы хотели надеяться на это. Все будет нормально. Спасибо. Слава Украине! Что, это тихушки, да? Не знаю, спросите. Нет, пообщайтесь, если хотите. Пойдемте дальше. Видно, что люди как бы не дуже. Здесь вот те самые самосвалы, о которых говорили, вон, которые подъехали. Мы попробуем пройти дальше. А там был как бы намет, то есть стояли палатки с проволокой для того, чтобы заблокировать Богомольца, где находится Министерство внутренних дел МВД. Опа, самосвалы. Зачем? А там тусовка впереди. Не, ну там реально тусовка. Пойдем смотреть. Кто-то очень спешит. Подожди, чтобы он удержал. Сашенька, ну-ка, держи телефон. А, нет, ну он курит. Давайте, давайте, я покажу. Во вторую ручку снизу. Да. Thank you.
Не знаю. Чекай. Ні, ти пуск зробив? Так, іде трансляція. Не знаю, чи йде, тому що кажуть, є інформація, що нас глушать. Але... Чи ти глушиш? Сашенька, попробуй организовать такую штуку. Ты чай на себя выливаешь? Тихо.